команда КВН «Дарвин». И сегодня мы хотим вам... Ты неправильно говоришь. С вами самая танцевальная команда и новорожденная КВН «Дарвин». О, Рома, Рома, Рома. Ты что, в премьер-лигу пересмотрел? Важно не что я смотрел, важно, как я это делал. Как? Да вот так! А в магазин зашел парень, который немного переиграл в Warcraft. Дамы, господин, слушаюсь, мой господин. Не могу сюда пройти, не могу сюда пройти. Свежее мясо. Минералы, нам нужны минералы. С вас 20 гривен? Ресурс исчерпан. Нам нужно больше золота. Потому что я самая танцующая КВНщица. Да, 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 да. В смысле танцующая? Урок в индийской школе. Так, все. Все ли успокоены, слоник для учителя? Все слышали, так? Тишина. Делаем перекличку. Красное ухо. Тощий зуб. Свистящий локоть. Кричащий палец. Отлично. Все, сели, организовались. Пишем тему урока. Скальпология. Так, все забито. Так, я не поняла. Кто сделал? Кто сделал? А ну, встал. Встал. Рассказывай стих. С места рассказывай, стул поставь. Рассказывай стих, все. Бабуля, я бабуля, забана, царя, вуна, аля, вуна, си, бала, лам, зла. Аля, вуна, бая, вуна, йо. Ты вообще умер, не подсказывай. Ты позор племени тебе полоски на лбу свободен. Не могу работать. Что это такое? Приветствую, быстрая нога! Стали поздоровались с учителем, учитель в классе. С чем пожаловал, быстрая нога? Мудрый лоб! Помоги мне, дай пару сильных парней, надо границу территории нашей перенести. Пару сильных парней? Ага. Ну, на помощь, быстрой ноге! Подождите, но мы тоже не пальцем нацарапаны. С вами была самая танцевальная команда КВН «Дарвин».
Ау!